Вашей увазе информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии Наталья Игнатенко. Доброй раницы. Сегодня у Минску протягнется 5-й всебелорусский народный сход. Его делегатами являются 2500 человек, 350 из которых представляют Гомельскую область. Какие темы обмерковываются, доведаліся наши корреспонденты. За выступлением президента страны Александра Лукашенко у прямом эфире пильно сочили на многих предприятиях и организациях региона. Размова об выниках и перспективах социально-экономического развития страны на сучасном этапе, вызначении проблемных пытаний и шляху их вырашения. У выступления керовника державы так само была закранута тема с внешней политики Беларуси, партнерских отношений с разными краинами свету. Уважливо сочили за докладом президента и у Белорусским державном университете транспорту. После чего поделились своими думками с нашими корреспондентами. Это сама по себе идея Всебелорусского собрания очень правильная. Это обратная связь с обществом, потому что невозможно все спрогнозировать самостоятельно. Нужно спрашивать мнение. И вот это вот самая главная правильная идея, которую вот я и раньше придерживался, сейчас это вижу. Но меня, как и всех, волнует благосостояние. Ну и мы все равно знаем, что живем в непростом мире. И в своей приветственной речи президент отразил все эти вот вопросы, и они нашли понимание. Назирать за тем, что отбывается у столицы сегодня, могли так само пациенты и врачи Республиканского центра радиационной медицины и экологии человека. Прямая трансляция – это возможность убачить и почуть о выниках развития страны за последние 5 годов. Особливая цікавость до сферы аховы здоровья. Каждый год у центра медицинскую допомогу отрымливают 200 тысяч человек у поликлиницы, еще 13 тысяч у стационары. Сегодня сюда приезжают пациенты из всех регионов Беларуси и 23 краин свету. У минулом годе тут заработали больше, как 50 операции по трансплантации нырки. На думку медика, у всех этой поспехи это стимул укоронять новые технологии и с их допомогой повеличить протяглость життя белорусов. Обсуждались те направления, которые запланированы выполнить в следующей пятилетке. Это снижение детской смертности, это снижение смертности в трудоспособном возрасте, это внедрение новых высоких технологий с тем, чтобы эти технологии стали уже обычной практикой не только в учреждениях такого высокого уровня, как наши, но и в учреждениях районного звена. Все это повышает доступность получения квалифицированной медицинской помощи нашему населению. Нагадаем телеверсию доклада керовника державы, а так само иншие, наибольш яркие выступления моменты 5-го Всебелорусского народного сходу вы сможете убачить на белорусских телеканалах у вечернем эфире сегодня у 21 годину. Дмитрий Котов, Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Митинг «Реквием», присвеченный 75-летию с дня початку Великой Айчинной войны, прошел у Гомелі. На площади працы, каля вечного огню, собрались ветераны, керавництво в области города и все те, кто вырашил отдать данину памяти ахвярам самой страшной войны 20-го стагоддя. 22 червня у первые годы после объявления об нападении гитлеровских войск на Советский Союз люди еще сподевались, что отримается заховать мир у Гомелі, что война обмине их родиму. Але уже у вечера почулися первые выбухи. У городе над Сожем началась война. С первых ее дён тысячи гомельчан отправились в деючую армию, а предприемства города перевели на выпуск военной продукции. Например, Гомсельмаш начал выраблять мины и снарады. Тут же ремонтовались танки, артиллерийская зброя, автомашины. Гомель передал у фонд обороны практично весь автотракторный парк. Коней, фураж, значную частку харчовых запасов. Помешкані школ, в училищах, техникумов и пединститута были отведены под шпитали и размещение войсковых часток. Вокруг областного центра гараджане выкопали супрацьтанковый ров протяглостью 28 километров. На початку липеня было принято решение об эвакуации промысловых предприемств прифронтовой полосы и мясового насельництва. Так на Урал, у Казахстана, Сибирь переместили свыше 40 предприятий. Перевезли больше, как 80 тысяч гомельчан. Причем работа велась прямаль без перепынных бомбежках. Подступы до Гомеля обороняли 20 армий. Але 19 жнивня немецкие войски захопили Гомель. 2 года город находился у полоне ворога. И 26 листопада 1943 года первым из областных центров Беларуси был вызволен от фашистов.
Беларускія банкі пачалі папярэджваць кліентаў аб тым, з якімі складанасцямі яны могуць сутыкнуцца пры пераходзе на новыя грошы. Напрыклад, вядома, што з вечара 30 чэрвеня і прыкладна да 7 гадзін раніцы 1 ліпеня плацёжныя карты не будуць працаваць як унутры краіны, так і за яе межамі. Але не выключана, што гэтыя тэрміны могуць зацягнуцца на некалькі дзён. Большасць банкаў рэкамендуюць аплаціць камунальныя паслугі, падатак пры здачы ў наём кватэр і іншых памяшканняў, альбо пагасіць крэдыт загадзя, напрыклад, да 29 чэрвеня. Таксама пажадана зняць пэўную суму грошай, якая можа спатрэбіцца на бягучыя расходы ў перыяд з 30 чэрвеня па 3 ліпеня. Больш падрабязную інфармацыю, што тычыцца асаблівасцяў работы ў перыяд правядзення дэнамінацыі, можна знайсці на сайце банка, які вас абслугоўвае. У бліжэйшыя дні паведамляюць спецыялісты Нацбанка, такая інфармацыя павінна з'явіцца на сайтах усіх банкаў краіны. 30 числа после 23:00 все банки, в том числе и наш банк, будут налаживать свое оборудование для работы с банковскими карточками платежными и в том числе через интернет-банк. Поэтому просьба позаботиться, чтобы были в наличии наличные деньги по 1 июля 8 часов утра. И кто там желает, может будут нужны деньги ночью, там тоже желательно, кто за границей находится, снять иностранную валюту, заранее уже подготовить ее. Ну и в первую очередь необходимо оплатить все платежи, которые необходимо будет по сроку, который первого приходит, второго, третьего, потому как могут быть разные сбои, связанные с этим. И банк в первую очередь настроен в эти дни подготовку этого оборудования, загрузкой банкоматов, пересчет новых денег и подготовка их для выдачи нашим структурным подразделениям и доставка, конечно же, клиентам, нашим клиентам банка. Дарэчы, аб дэнамінацыі пойдзе гаворка ў чарговым выпуску перадачы «Добры вечар, Гомель» на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель». Гасцямі студыі стануць начальнік аддзела касавых аперацый Галоўнага ўправлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці Сергей Зайцаў і старшы оперупаўнаважаны ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі УУС Гомельскага аблвыканкама Алексей Кадакоў. Гаворка пойдзе аб тым, як будзе праходзіць працэс абмену старых грошай на новыя. І наогул чаго чакаць ад дэнамінацыі, якія рызыкі з гэтай з'явай звязаны. У другім блоку перадачы адбудзецца сустрэча з вядомым у Гомелі майстрам і калекцыянерам гадзіннікаў Мікалаем Лабанавым. Глядзіце перадачу «Добры вечар, Гомель» сёння ў 19:30 на тэлеканале «Беларусь-4». У Гомелі пачаў працу 12-ты найбуйнейшы рэспубліканскі кірмаш кампаніі «Крак». Для жыхароў абласных гарадоў нашай краіны ён з'яўляецца вельмі папулярным, бо дае магчымасць набыць шматлікія неабходныя тавары па зніжаных аптовых цэнах. Вераніка Варашыліна валодае падрабязнасцямі. На несколько часов площадка возле Гомельского цирка стала по-особенному многолюдной. Неподдельный интерес у горожан здесь вызвало открытие 12-й крупнейшей республиканской ярмарки компании «Кряк», известной в нашей стране своими необычайно низкими ценами на товары. Традиционное торжественное перерезание красной ленточки, а затем концертная программа известной белорусской группы «Тени толкай». Музыканты дарили присутствующим свои хиты и вместе с тем заряжали их позитивным настроением. Крупнейшая республиканская ярмарка компаний, или сокращенно «Кряк» – проект, объединяющий интересы государства, производителей и потребителей путем розничной торговли по сниженным ценам. Также ярмарка «Кряк» направлена на продвижение отечественных товаров. 80% всей представленной в Гомельском цирке продукции – белорусского производства. Организатором выставки в Гомеле является компания «Экспонент». На выставке представлено порядка 50 компаний. 80% из них являются белорусскими брендами. Это такие, как «Коммунарка», «Витьба», «Отика», «Светана», «Куполинка», ну, многие другие. Отличительная особенность выставки – это то, что производители дают максимально сниженные цены, что удобно для покупателей, потому что они могут приобрести здесь товары по низким ценам, и удобно для производителей, которые могут выгодно распродать свой товар.
Крупнейшая республиканская ярмарка компании «Кыряк» предлагает покупателям широкий выбор продовольственных и промышленных товаров. Цены вас приятно удивят. К примеру, украшения из натуральных камней здесь стартуют от 50 тысяч. За такую же цену на выставке «Кыряк» можно приобрести различные травяные чаи с лечебным или противопростудным эффектом. За 50 тысяч здесь также можно порадовать себя элегантным шарфом или косынкой и прикупить малышу приятное к телу трикотажное изделие. На выставке представлен широкий ассортимент мужской и женской одежды, обуви, постельного белья, косметических средств. К слову, не забывают здесь и о скидках. Так, на роскошные меховые изделия сейчас действуют приятные спецпредложения. Цена головных уборов из натурального меха снижена на 30%. Отдельных шуб и полушубков и вовсе на 50%. Я вот зашла на выставку посмотреть, шубку хотела себе присмотреть. Выставка очень хорошая, понравилась. Цены очень отличные, даже за 4 миллиона можно приобрести себе шубу. Ассортимент очень хороший, выбор большой, очень довольна. Также на крупнейшей республиканской ярмарке компании «Кыряк» представлен широчайший ассортимент восточных сладостей и различных разновидностей меда. Спешите за приятными покупками по сниженным ценам в Гомельский цирк. Выставка будет проходить с 22 июня по 2 июля. Время работы выставки с 10 до 19 часов. Мы всех приглашаем за покупками. Надеемся, что нашим покупателям понравятся товары, представленные, ассортимент на выставке. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». І об спорті. Спартакіяда дитячо-юнацьких спортивних школ по парусним спорті відбулася у Гомелі. Гетеє спаборництво стали традиційними і проводяться на Гомельській акваторії уже більш десятка годів. Як завсёди за узнагороди змагалися 4 команди. Така невеликая кількість удільників обумовлена тим, що парусний спорт в Україні культивують тільки 4 спортшколи. Столичний «Здюшар» і Республіканський центр олімпійської підготовки, Гродінська «Здюшар» Нёман і Гомельська спортшкола «Омега». Спаборніші хлопцы и девчаты у трех классах. Лазер 4,7, оптимист и кадет. Их смены провели 10 гонок. Головная задача – переодолеть дистанцию по певной траектории, как мага худшей. Сдается, все просто. Однако правил и нюансов у парусном спорте немало, и их необходимо строго выполнять и улишивать. Покаранием может быть дисквалификация. Основное, где могут получить штрафы, это за нарушение 42-го правила, это средства движения. То есть они должны честно пользоваться своим парусом в пределах правил, там, не размахивать им, не раскачивать лодку, не грести рулем на старте. Ну, за этим у нас специальный предстовый комитет есть и ампайров, которые следят за соблюдением этого правила. Также можно получить как бы не штраф, а взяв фальстарт. То есть придется вернуться и начать заново, когда все уже пойдут вперед. Команда Республиканского центра олимпийской подрыхтовки по парусным спорте приехала на споборництво у Гомель у якости фаворита. В минулом годе она выиграла спартакияду. У этим планы такие же. Правда, команда серьезно обновилась. Есть новички, как бы везде, в зависимости от возрастных каких-то показателей, где-то приводятся спортсмены более молодые, приводятся спортсмены те, которые были в прошлом году, позапрошлом году мы тоже выиграли. Поэтому спортсмены практически 50% нового состава. Мы всегда стараемся приезжать сюда за победой, но как в любом виде спорта, всегда побеждает сильнейший. Поэтому, что будет в этом году, покажет практика. Вода и ветер расставили все по своих местах. У этом году спортсмены Центра олимпийской подрыхтовки стали только третьими у агульным залику. Перемогла команда столичная «Здюшар». Выхованцы «Здюшар» Нёман с Гродно стали другими. А вось до гамельчан родная вода была не гэтак доброзычлива. Господары разместились на 4-м радку. Радуя, что гамельчане поспяхово выступили у самым худким классе «Лазер 4,7». Игорь Коробко стал переможцем. На радок нижей у выниковым протоколе разместилась еще одна выхованка дитяшо-юнацкой спортивной школы «Омега» София Мядведева. Максим Савин, Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Обласний дитячий телевізійний конкурс ведучих «Юна телезорка» протягується. Об'явлено народне голосування у номінації «Вобраз» для визначення самого популярного героя регіонального шоу «Юна телезорка» серед удільників, які пройшли у фінал. Проголосовать можно на сайте телерадиокомпании «Гомель» www.tvrgomel.by у разделе программы «Юная телезорка» при переходе по посылке «Номинация в образ». Интрига будет раскрыта 24 червня на сайте www.tvrgomel.by. Имя переможцы будет огучено у телеверсии финала конкурса «Юная телезорка».
На гэтым наш ранішні выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам плённага дня. До новых сустрэч у эфіры.